Даже с трудом верится, что все это можно съесть и выпить. Александр Викторович, неужели это можно съесть и выпить, расскажите? Ну, 12 человек, 15 дней, не волнуйтесь, это нервно. Что у вас в коробках там лежит, расскажите, что это такое? Когда в Антарктиду набираем, везем, все говорят, куда мы все это прем? А в конце не хватает, говорит, блин, вот еще бы не маловато, было. Там, маловато будет. Не, ну всегда ништяки, они быстро расходуются, а всякая фигня, типа вот, вермишели с макаронами, конечно, остается. Саш, ты поближе, брось его, она ближе подошла. Вот так вот происходит кормление лисы. Пошла, 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 давайте новое мясо. Александр Викторович, вы чувствуете, глядя на гору? Бешеный, дикий восторг. Кать. Просто вида не подаю. Катя, а ты? Не знаю, нетерпение. Влад. Я, как обычно, боюсь. Гош. Какое-то спокойствие, знаешь. Умиротворение. Я тоже боюсь. Если всем, что я боюсь, долго бояться. Надо быстрее уже отбояться, бегом с бегом. Я всегда боюсь. Нормально. Вот туда нам ехать. Дорога не шибко наезженная. А вот гора. Левая верхняя гора, это как раз туда, куда нам предстоит через несколько дней карабкаться. Фламинго. Фламинго вот. Блин, как у вас все красиво и вкусно получается. Даже пустые. Спасибо. Скажите, пожалуйста, чего вы там вкусно так наливаете? Что это у вас там такое вот в этой коробочке? Там, ну, вообще-то тут вкусно напиток. Индейка из гриля. Уха из петуха. Даже так первый раз. Первый вообще. Вальблахи или груз, барик там, а так только конуране непонятно. Ну, типа там кофе наливают. Такой странный человек. Неопределенных лет, в штормовке, в таких шортиках, из которых треники с коленками вытянутыми. А балаковский пояс, карабин у него. И в три коня. Ботинки такие кованые, для тех, кто не знает. Подходит, не глядя ни на кого, садится около стойки. Рядом с девушкой, там такой сын юный, первый раз приехал. И, не обращаясь ни к кому, глядя вдаль, говорит, для нас, мастеров альпинизма, каждый выход в горы – это встреча со смертью. Кстати, как зовут эта кружка? Чехи. Боже мой. Ту его дальше. Ту его дальше. Ту его дальше. Как дом побывал. Сеси. Спасибо. Круто.
И вот к тому кулуарчику видна дорога. Если его посмотреть... Ой, дорога, конечно, страшно высокая. 7 километров вам не плюшки трескать. Это серьезно. Некоторым людям хорошо, они ездят по такому высокогорью на джипах. Это наш гид, его зовут Сергей. Сергей, привет. Привет. Что ты чувствуешь, когда вот сидишь в машине на этой высоте? Ну, вообще, пассажира не хочется брать. Ну что, мне пешком идти? Нет, садись, доедем. Так, все. Снимаю на ветер, не каждый день ездишь по вулкану. Еще на 6 километрах. Очень смотрится так. Город и горы. Вроде не больно крутая гора. Жара на улице, раздеваться. Алеша в фуфайке, в варежках теплых, дорогостоящих. Примерно $85 такие стоят варежки. Слушайте, вид, можно я тебя крупным планом сейчас сниму? $85 стоит одна. Одна? Ну, у меня как раз одна улетела. Только у меня дороже. Смотришь, все очень хорошо. Это идет подготовка к Эвересту, между прочим, не хухрым и прорывом. Ага. Не просто так мы тут шляемся. А там вон девчонки наши подтягиваются. Такие хорошие, только медленные немножко. Ради красивого кадра. Спасибо большое, очень хорошо.